Навалилось так. И... ой, 3-4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Добрый вечер. Ну, хоть чей бы буслик пришел. Мне так допомога потребна. 3-4. Ай, ну, еще разок. И подскок. Ничего не отремливается. Свидание! Буслик, ну где ты так долго ходишь? Мы ж домовлялися зустреться ранее. Ой, пробач, в нашем дворе такая пригожая кветка зацвела. Я вообще от ее не мог оторвать. Все зрозумело, кветка тебе дорожей за сябра. Что ты, топочка? Сябр мне дорожей за все. А ты, топа, мой лепший сябр. Тому ты мне дорожей за все-все на свете. Дякуй, тады давай спынять размовы и допомагай. С чем? Мне треба на вершиню полиции узлезть. А навошта? Вельми хочется поглядеть, что хавая няня Полинка у той великой кордонцы. О, там напэўна яе сакрэт. Ну, вось і мне хочацца падгледзець, які. Падштурхні мяне, а я падскочу. Добра. 3-4 і... Опа! Яшчэ раз. Опа! Ой! 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 Топочка, у тебе гуза. Ой, как болит, Вильям. И я хоченько до няни Полины сбегаю. Я наведаю, что робить с гузаками. Ни в яким разе. Чому? Тебе ж болить. Няня Полинка не повинна ведать, чому я звалился. Добрый вечер, сябры мои. Добрый. Як настрой? Ой, цудовно. Вось и добра. Няня няма. Попросил няни Полинки что-нибудь холодное. Только не говори на вошь. Няня Полинка. Да, буслик. Дай-ка я ласка что-нибудь холодное. Холодное? А лед подойди. Ага, лед то, что треба. Одну хвилинку. Мы все идем по плану. Давай. Ось и ковалочек. А на что тебе лед? А, ой, а мне горячо стало. Так. А. Не, сдается лоб звучайный. Ну, трымай. Ой, дякую, великий. Кали ласка. Ой, не холодный. Молодчий на буски. Ой, буслик, а где ж лед? Ой, растал. Упокоишь тепло. Да. А сам ты хоть трошечку охолодился? Так, дякую, няня Полинка, дякую. Кали ласка. Так, что я еще хотела зарабить? А, полить клетки. Топа. Буслик, попроси у няни Полинки еще и йод. Ага, зразумел. Ось. Няня Полинка! Что, буслик? А дай мне, кли ласка, йод. Йод? А на что он тебе? Ты что, подрапался? Не я, Мишка. Цацачный. Мишка? Цацачный нос подрапал. Для яго йод потребный. Фух, ну для цацачного Мишки йод знойдется. Одну хвилинку. Еще и солодкого попроси. Эй, солодкого? Ну, добро, попрошу. Вось, неси своему Мишку. Дякуй, няня Полинка. А мне еще что-нибудь солоденькое, смачненькое потребно. Знову для твоего Мишки. Для яго, для яго. Он у меня такие солодкоежки. Что-нибудь сацочное принести? Не, Полинка, я прошу соправдную цукерку. Мой Мишка такие любит. Вядома, коли любимая цацка хворея, яму допомогут только соправдные цукерки. А, зараз. Ой, буслик, ты лечь не провалил операцию. Я ж вельми стараюсь. Кали ласка, неси своего Мишку, будем его частовать. Не, я могу только сам ему отнести. Якая у тебя цацка с характером? Ой, Мишка у меня такие. Ой, тримай. Буслик, что? Я такие цукерки не вельми люблю. Я люблю шоколадные, а тут больше леденцов. Так это вернуть? Не.
конфетку еще давай. И шоколадных попроси. И чем больше, тем лепше. Привитание. Ой! Цацочный мишка Буслик, рада познакомиться. Ой. А откуда такой гузак? Тебе ж до доктора треба. Няня Полинка, ты не хвалюйся, я его добро лечил. Ага, так вот для кого. И лед, и йод, и цукерочки. Так, Топа, я буду тебе сама лечить. А ты, Буслик, покуль мультфильм погляди. Мультфильм. Ой-ой-ой. Ой, больно! Тихо. Думали няню Полинку вокруг пальца обвести. Але со мной этот номер не пройди. Ну, пробачь, Полинка, мы выправим ее. Мы побежим зубки чистить и тварики мыть без усиляких капризов. Вось и молодцы. А вам, мои маленькие, цікавых снов. Долгий день, теплый день. За облоки синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смокли птушек радостный, и буслы в гнездо сховали свои долги. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.